Маю честь запросити вас на другий Поспілов Фест – фестиваль пам'яті поета, музиканта, письменника Андрія Поспілова, який пішов із життя більше за рік тому. Відбудеться 9 липня. Локація пречудова – ландшафтний парк Світлани Кульбашної у селищі Військове. Пропозиція фактично три в одному. Відпочинок на природі, цікавий концерт і благочинна місія. Організатори фесту і в першу чергу дружина Андрія Людмила Поспілова вирішила зробити його благодійним. Усі зібрані кошти віддадуть більші добродії на потреби онкохворим дітям. Новое в этом году то, что этот фестиваль нам удалось сделать благотворительным, хотели изначально так сделать. Вот сейчас мы все средства, которые соберем на входе, мы отдаем на проекты, которыми занимается биржа благотворительности Доброди. Она занимается детьми в основном, и огромная доля этих детей – это онкобольные детки, которые сражаются не просто за свое здоровье, а сражаются за жизнь. Вот. И благодаря тому, что в этом году подключили мы так называемые, если можно так назвать, спонсоров. Спонсоры какие? То есть, например, арт-центр «Квартира» предоставляет аппаратуру, вот, помогает ей сеть магазинов «Индиго». Вот, ну, больше пока остальные спонсоры, скажем так, информационные, они поддерживают этот проект, он получил хороший резонанс, я очень этим довольна, это очень приятно. Вот, остальные затраты берем на себя, но все средства от входа мы отдаем именно вот на это. Поэтому да, в данном случае проект, он имеет несколько целей. Во-первых, ну, называется фестиваль «Поспелов Фест», и это в память об Андрее Поспелове, музыканте, поэте, которого, к сожалению, уже год и 4 месяца как нет с нами. И чтобы изначально я хотела продолжать дело мужа и в творческом плане, то есть его группа жива, мы работаем, мы будем играть на этом фестивале, в том числе песни Андрея, но мы их сделали по-новому, по-своему. Это была одна задача, как бы продолжать творчество. Второе, это то, что хотел он и занимался проектами, скажем так, культурных мероприятий. Он создавал культурные мероприятия в городе, которые не только давали возможность ему показывать свое творчество, но и привлекали другие творческие коллективы, единицы, музыкальные, поэтические, танцевальные, различные. Вот, и это ему очень нравилось, он хотел этим заниматься и дальше. Это вот второе, что хотелось бы продолжать, поэтому это не просто концерт там, благотворительный или еще. У нас участвуют 5 команд, в прошлом году их было 3, сейчас 5 музыкальных групп, они разнообразные, у нас есть и блюзовые, Bullet Blues Band, у нас и наша группа играет, там и инди, и просто рок, и тоже блюзовые элементы, джазовые, у нас играют ребята тяжелый металл, Амид, у нас играет такой проект, как Кабинет Грибоедова экспериментальный, и группа, которая играет инди, это Lemon Unicorn, то есть очень разнообразные коллективы, я рада, что они такие подобрались, люди, само место, которое мы принимаем, оно тоже уникально, и этим отличается, ну, в прошлом году место было то же самое, но в этом году там очень много изменений у автора и хозяйки сада, у Светланы Кульбашной, там очень много появилось нового, интересного, что можно было бы показать, это очень красиво, это то место, которое, ну, просто провести там уикенд, субботний день, не в пыльном городе, а вот на природе, мы приглашаем всех, то есть будет интересно, доставка, проезд за счет организаторов, в 15 часов от арт-центра «Квартиры» отправляется автобус, бронировать места заранее просим, и уже там люди пишутся, вот, также можно приехать самостоятельно, это в 50 километрах от Днепропетровска, вот такое вот времяпрепровождение, в 17 часов у нас начало, вот, продлится это где-то до 22, так вот такое небольшое, скажем, ну, с одной стороны, вот, полдня, а с другой стороны, это вот очень насыщенное время, ну, еще раз подчеркну, что все, что мы, все средства
которые мы соберем, мы отдадим для покупки медикаментов деткам, которые сражаются с раком сегодня. И еще я вот хочу сказать от себя, что я уверена, что в каждом человеке, в каждом из нас вот, доброго гораздо больше и позитивного, однозначно. И просто не все знают, может быть, даже не помнят, не знают об этом и не знают, как можно что-то сделать доброе. Ну, вот как ты сделаешь доброе? Ну, своим близким можешь делать там на работе что-то. Но, а что еще? Вот, то мы предлагаем вот такой очень простой и такой интересный вариант решения этого вопроса. Просто приезжайте к нам на фестиваль, просто приедьте, достаточно демократичный вход, 110 гривен, и вы проведете очень интересное время и принесете огромную пользу, сделайте доброе дело. И на душе у вас будет светлее, легче, и добро всегда возвращается. Это я знаю точно. Ставим на паузу, ищем вино.